Прэміі імя Суворава, таксама імя Свечына. Такой высокай узнагароды ўдастоілі кнігу пад назвай «Лёс камандарма Лізюкова». Яе аўтар – загадчык кафедры рускай сусветнай літаратуры ГДУ імя Францыска Скарына Іван Афанасьеў. Прэміі прысуджаюцца членам Акадэміі ваенных навук у Маскве за фундаментальныя работы па праблемах абароны бяспекі, ваеннай стратэгіі і гісторыі. І то, што книга, посвященная вкладу Александра Лизюкова в Великую Победу, получила столь высокую оценку, означает также признание, очередное признание высшим военным экспертным сообществом исключительного вклада, исключительной роли Александра Лизюкова в событиях Великой Отечественной войны. Иван Миколаевич – троюродный племянник героя Великой Отечественной войны Александра Лизюкова. Автор означает, отриманная узнагорода – заслуга у всех, кто подтримливал его и допомагал книзе выйти у свет, у тем лику керовництва университета и в области.